Идея создания книжного дворика у сотрудников библиотеки появилась давно, говорит Ирина Еременко. Больше всего библиотеки хотят, чтобы в Запорожье появились новые культурные традиции отдыха. Мы хотим со временем, чтобы здесь, на этой площадке, проводились масса мероприятий, все было связано с книгой, для того, чтобы напоминать людям о существовании библиотек и привлечение новых читателей. Таким образом, мы хотим приучать людей к тому, что есть книга. В центре двора – инсталляция. Здесь есть полка для обмена книгами. Установлена малая сцена и скамейки, опорами которых служат разноцветные буквы. Обустроить книжный дворик удалось благодаря победе проекта в конкурсе «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». На реализацию идеи библиотека получила грант в 80 тысяч гривен. Мы считаем, что это социальная ответственность одного из родообразующих предприятий, как бы не только вкладывать деньги в бизнес, но и вкладывать деньги в развитие социальной инфраструктуры города. Ежегодно фонд конкурса растет и дает возможность все более большему количеству проектов участвовать, и не только участвовать, а побеждать и потом реализовываться. В рамках проекта в книжном дворике появилась малая сцена, закуплена новая аппаратура. Теперь сюда можно прийти не только почитать или обменяться книгами, но и послушать выступления молодых артистов. В нашем городе очень много людей, которые читают, но просто у них никого нет места, где об этом делиться. Они к нам подходят, рассказывают, какие у них книги есть. И мы такую сделали площадку для того, чтобы люди могли сюда приходить. И вот здесь мы предоставим такую возможность, они могут показывать то, что театральные коллективы, творческие коллективы, музыкальные выступления. Ольга Васильева, Руслан Шевченко, ТВ5.